Выходим с Сёмкой на улицу. Доброе утро, друзья. Сегодня у нас 20 октября 2022 года. Опять вчера подготовились к заморозкам. Потому что так стало холодно. Именно вчера, вот 19 вечером, 19 октября, убрали отсюда эти цветочки. Вот оставшиеся, вот оставшиеся цветы у нас на данное время. Вот сколько горшочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть цветов. Остальные Наташа увезла в школу. Ну, еще там в одно место. Так, тряпочка тут у нас. Надо сюда положить ее. Невестка везла к себе, ну потому что, ну, есть место. И вот они, вот здесь вот у нас цветы, вот теперь уже по отмостке. На Альпийской горке, друзья. О, это, наверное, моя теща сюда положила, этого чертика. Ой, господи, мамородная. Надо убрать его отсюда. Ну, она молодец, она, да, она всегда, вот, когда выходит гулять, если видит, где-то игрушки валяются, Сёмкина, она как бы наводит порядочек и убирает это все. Ну, что там, трудно поднять. Так вот, эта игрушка меня перебила. Вон, листья, видите, как заметало. Такой ветер поднимался тоже позавчера, да и вчера тоже были. Вчера такой дождик был, и ливни, и бог знает что. Вот, пожалуйста, подтверждение, что ветер был. Смотрите, вот горшок с портулаком. Как его перевернул, надо другую сторону поставить. А все равно, посмотрите, цветочки на портулаке. Ой, посмотрите, еще какие-то завязи есть. Вот, которые домой перенесли. Домой перенесли. Вот уже маленькая лошадка Сёмкина. Надо кинуть туда. Который домой перенесли, портулак. Он там развивается, да, развивается. Кстати, вот сейчас подойду. Сейчас хорошо, тут ходить можно. Вот отмосточка хорошая. Я открою. Вот вам покажу. Вот, смотрите, как развивается портулак. Портулак, во. Именно портулак, друзья. Вон эти зацвели. Господи-ка, забываю, как все время у Наташи спрашиваю, как ее на... фиалки или как они называются. Ой, ну как мужчина, я говорю, эти цветы. И так он запоминал, запоминал про эти цветы всякие. Ну, очень много сортов у нас, очень много. Вот сюда поставили, вот здесь пока еще стоят, держатся. Готовились, готовились, потому что обещали похолодание. Но ничего, было только 2 градуса ночью. Ночью, друзья, где-то во сколько я вставал, так сказать, не знаю даже. Ну, бывает, вот с годами, наверное, это все происходит или что. Вот. Либо сон приснится, либо что. Извините уж, я отхожу так просто по теме, от темы. Проснешься ночью, встанешь там попить. Посмотришь на градусник. Включишь опять что-нибудь, какой-нибудь фильм, документальный фильм, и дальше засыпаешь. Ну вот просто привычка такая уже, привык. С 2016 года дома, как говорится, все время. Ну это по состоянию здоровья, друзья. Конечно, если бы не эта инвалидность, я бы работал бы и работал. Ну вот так, друзья. И... было 2 градуса тепла. Вот, да, 2 градуса тепла. Эта игрушка так здесь и качается. Ну, немножко уже. А все равно она сырая. Смотрите, вся сырая. Видите его? Винограда хватает всем. И скворцам, и нам. Сколько винограда, друзья. Сколько винограда. Это не считая то, что... я отпиливал, вон там и ломались эти от сильного ветра ветки. Вон та ветка сломалась, вон та ветка. Надо будет ее отпилить полностью и сократить этот виноград, ну, урезать. Пускай молодняк лезет.
Пускай лезет молодняк. Так, я тут между этими гортензиями. Эти гортензии еще более-менее себя чувствуют. Те уже он совсем, посмотрите, уже коричневые стали. Вот эти еще лучше. Но эти молодые у нас гортензии, красивые. А те даже видно вам. Видите, сравните. Тот цвет коричневый, а эти еще красноватые. Вот это лучше всего себя чувствует. О, говорю, винограда сколько. Будем сокращать мы, обрезать. Вот пускай все это, ягоды отойдут. Листья упадут все, чтобы видно, где обрезать эту ветку. И буду наводить здесь порядочек. Будет здесь попросторнее. Вот это уберется, этой ветки не будет. Здесь будет все видно, простор, освещение. Мы даем, хотим дать света больше. Вот это, ой, сколько ягод. Извините, я сейчас... Посмотрите, сколько на земле винограда. Сколько на земле винограда. Это все жулики вытворяют. Скворцы. Они тут шуршат, вот мы их не зря гоняем. Ну, хотя я говорю, пускай едят, это не жалко, но все равно мы столько не съедим. Я говорю, все, все усыпано. Они там шуршат этими своими лапками и клювами. И вон все усыпано в винограде, все усыпано. Вот если походить под яблоней, тут я говорю, все в винограде. Вот я вот хожу, я аж прям, вот, прям аж все хрустит, все в винограде. Вон маргаритки, видите, кругом маргаритки. И это все маргаритки у нас. Маргаритки и виноград. А это анютины глазки. Это мелкие. Вот здесь тоже мы прикапывали возле вот этой большой яблони. Эта яблоня называется Графштейн. Так что вот, друзья, сильно много я вам большое видео. Ну ничего. Именно вот про этот виноград. Вкусный. По-своему вкусный. У него такая кислинка, ароматом таким и вкусом. Ой, много витамина С, конечно, очень много. Этот сильно сладкий, вот этот виноград. Вот этот ряд у нас, вот покажу, как сегодня, именно 20 октября, чувствуют себя гортензии. Все, видите, новые отросточки какие. Ну и они тоже были маленькие, это я сейчас, не сейчас, а... Ну, наверное, месяц назад, полтора, насыпал сюда много хвойного пада. Но все равно молодняк, вот видите, как лезет на гортензиях. Вот он, молодничок, зеленые листья. Молодничок сразу видно. Но этот так цветок все больше становится. Но я думаю, что он не зацветет. Больше-то он больше становится, но все равно. Цветочков мы от него, скорее всего, не дождемся. От этой гортензии. Вот этот островок у нас будет в следующем году тоже очень красиво выглядеть. С этими посмотрим, что мы будем тоже как-нибудь что-то придумаем. Ну, хотя они нам сильно и не мешают. Наташа говорит, а зачем их убирать? Они никому не мешают. Зато трава не растет, друзья. Не растет трава. Вот опять листьев. Вчера убирали, опять намело. Вот про эти листы шифера. Стекловолокно. Наташа говорит, пускай стоит. Лежит, в смысле. Вот я спокойно иду, как все равно по тротуару. Вот так же и вот здесь вот вдоль. Все. Ну, еще там хотим продлить. Видите, там начинает уже трава расти. Ну, дальше не пойду. Хотя почему? Вот и пройду. Вот, пожалуйста, вот хрен. Мы тоже обрезали, его съедали. Слизни полностью срезали. По новой вырос. Вырос по новой. Так вот, друзья, вот посмотрите, где нету этих листов, листов шифера. Вот, вот она трава, пожалуйста. Вот она трава. Там у нас семка. Ой, кто-то убежал там. Семка у нас подкоп делал. С этим другом, соседом. Дружит. И тот тоже
Ну, тот моложе. О, какой вырос. Смотрите. Опа. Смотрите, как я вытягиваю. Раз. Надо будет туда кинуть. Ой, господи. Это все сорняки. Потом будем косить, уберем. Сейчас я обойду здесь сильно. Хотя я попробую здесь пролезть. Нормально, нормально. Ой, уколет меня, не уколет этот. Ай, немножко колется, да. Крыжовник. У него такие иглы. Ой, какие иглы, друзья. Вот, пожалуйста, подцепил иглу. Нога поцарапана будет. Вот они, маргаритки. Пожалуйста, смотрите, какие маргаритки. Надо немножко в сторонку ее. Вон туда, где мы ходим. Быстрее. И вот я тут уже убрать. И быстрее уберем. Так что маргаритки. Во, 20 октября. У нас, я говорю, весь огород. Там прокашивали. Ну и мы там ходим. А вот здесь еще не прокашивали. Не стали трогать. Видите, какие маргаритки? Кругом, кругом. И сколько их будет много. Это уже они на следующий год развелись. Смотрите. Это кроты. Кроты это будем равнять. Все будем равнять. Да, все уже. Вот такого цвета у нас эти гортензии. Это уже другой сорт. Они были зеленые. Сначала такого светло-светло-салатного цвета. Светлее, чем вот это сайдинг на доме. А потом они такие зеленые, красивые были, такие зеленые-зеленые. И вот они, смотрите, какие сейчас. Вот такие вот гортензии. Ну, тоже, знаете, если вот так вот подальше отходишь, смотрите, как красиво смотрится. Других цветов больше нет, а гортензии все. Все есть и есть, вот, пожалуйста. Вот эта гортензия у нас заболела, не до сих пор не можем понять, что такое. Это мы загородили, потому что семка метит. Может быть, из-за того, что и семками метил. Возможно, друзья, возможно. Вполне возможно. Вон здесь уже эти семена травы, газонной травы, уже набухают. Если не будет долго морозов, то они, наверное, недели через две уже начнут прорастать. Вот здесь уже трава прорастает, но это не сеянная еще трава. Здесь тоже все засеял я. Здесь мы еще будем наводить порядок. Еще будем выкапывать пионы. Вот эти цветы будем оставлять. Ну и здесь будет порядочек. Ну, гортензии мы будем добавлять. Это 100%. Мы будем добавлять гортензии. Там я хочу добавить гортензии. Где-то здесь еще вот в этом районе. Буду гортензии добавлять. Ну, посмотрим. А, вот здесь точно. Вот здесь я буду добавлять. Вот именно вот где вот эта стойка. Вон туда посажу я. Вон где-то вот в этом месте. Ой, хожу прям. Чувствуется, как топчу этот виноград. Вот здесь будет у нас гортензия еще. Ну, вот такая вот. Вот именно в ряд вот так вот буду продлевать. Пускай здесь гортензии. Здесь Наташа говорит, ничего, пожалуйста, не сади. Потому что косить трудно. Последний год почти все время она косит. Вот косит и все. Потому что после косилки она говорит, я тебе не собираюсь. Я говорю, мне надоело уже тебе, мне, в смысле мне, ставить уколы и так далее, лечить меня. Ну, меня просто отключает и все, друзья. И я вот падаю. И лежу на кровати, все. Ну, не хочу жаловаться. Да, многие посмотрят, вновь подписавшись, скажут, о, ты только снимаешь видео. Это не обговор, друзья, это просто я говорю. Факт. Ставлю вас перед фактом, что я инвалид. Ну, что делать, что я могу сделать? Вон жулики там, уже эти скворцы дежурят. А мы их все равно не выследим, они все равно съедят. Вон Семочка. Семочка ходит, тоже метит. Ай, жулик. Семкин, Семкин, Семкин. Смотри, скворцов, смотри. Смотри, скворцов. Что ты там каркаешь? Посмотри. О, я говорю, живем, ну, вон, совсем рядышком с лесом.
совсем рядом с лесом. И какие только бывают птицы сюда не прилетают. Вон, смотрите, как желто. Я сейчас увеличу, как красиво в лесу. Смотрите, какая красота в лесу, друзья. Я говорю, совсем, вот рядышком с лесом живем, буквально в шаговой доступности. К нам, даже вот сюда, вот где вот эти вот, смотрите, колпаки я повесил на забор, это соседский, там уже дальше участок идет. Вот сюда, сейчас другие здесь хозяева, а раньше здесь... приезжала, ну, была хозяйка, она в возрасте примерно Наташиной мамы, ну, моей тещи лет, она где-то на 2 года младше. Она занималась цветами, она очень много видов цветов выращивала и занималась, ну, как бы продажей. Вот знаете, где пассаж, вот в том районе, вот в этом, где эта аллея, вот там, где продают там цветы, разные фрукты, овощи и так далее и тому подобное. Вот именно вот там вот, в том районе, где вот канцлер Намс, где вот эти кофеюшники и вот этот вокзал, автостанция, ну, автобусная автостанция. И вот в этом пятачке она. Может быть, еще где-то в другом месте, не знаю, по-моему, где-то мы ее еще видели. Но там мы ее раньше часто видели, ну, когда она чуть помоложе была, и мы молодые были. А сейчас с годами все, она сказала, я уже не могу, и они продали это все. Это сейчас здесь, конечно, молодые соседи. Косули сюда приходили, и вот оставались, я вот не договорил, оставались стоять такие цветы, у ней очень много сортов, которые высокие, чуть пониже, разных цветов и разных сортов, и вот они на зиму оставались. Снегу навалено, а цветы торчат. И косули перепрыгивали там через железнодорожную насыпь, канаву. Ну, заморожено было все. Все в снегу, но лед был. Там проходит канава вдоль железки. И там вода постоянно. Ну, а что им? Они прошли спокойно сюда. И целое стадо косуль приходило. Каждый божий год. Ели вот эти цветы, друзья. Потому что там, видимо, не хватало им, а им нравятся вот эти цветочки подавая. Знаешь, может, горечь какая-то в цветах особенная, особенные какие-то там вещества, которые им нужны для организма. Вот едят, и я вот снимал именно вот с окна, снимал даже на видео. Но видео, знаете, я это не выставлял. Это было давным-давно, тогда это я еще этим не занимался, а просто так... любительские видео делал с фотоаппарата. Вот такие вот, друзья, у нас истории. Лаватера у нас еще цветет. Как я вам и говорил, и повторю еще раз. Лаватера очень долго цветет и радует глаз. Вот, посмотрите, какая красивая. Какие красивые у них цветы. Вот постоянно подхожу к этим цветам, и прям глаз радует. Посмотрите. Видите, какие бутончики? Это 20 октября, повторюсь, 2022 года. Я просто называю... У меня уже привычка, друзья, называть именно вот в реальное время. Вот какого числа. Никаких постановок, никаких подстав. Я вообще это презираю. Это честно, я от себя скажу. Другие понаснимают видео, а потом выкладывают. Ну, они не говорят. Я не обговариваю их. Но я смотрю и вижу, это сразу в глаза бросается, что они это заранее понаснимали, а число не говорят. Ну, это ж некрасиво так делать. Они сделали, бог знает когда. Я выставляю тоже свои архивные. Я пишу, это архивное видео. А если не написано, какой год, но я просто, ну, мы не знаем, не помним. Ушк, ух, смотрите, какие... Чем? Смотри, ну-ка гоняй, ну-ка гони. О, молодец, погнал, молодец. Молодец, Семка. Вот эти жрут, ты посмотри, а. Тьфу. Некоторые спрячутся там, залезут в этот сгусток. Ну, там обломана, она так наклонилась, эта ветка. Видите, наглецы какие.
Они уже готовятся к перелету. Вот скоро, скоро. Ну, заметно, вот посмотрите, вот еще 20 октября, а скворцы еще не улетают. Еще не улетают, они еще не, видимо, не чувствуют приближения сильного такого холода. Ну-ка, Сема, гоняй. Ну-ка, давай. Что это такое? Вон они опять, разведчики летают. Да. Молодец, Семочка. Ну, передавай, Семочка, всем нашим подписчикам и зрителям канала привет. И скажи им, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий. Да, Семочка? Вот он какой у нас. Да, хорош. Он всегда со мной. Ой, да вы что, ты что? Я говорю, если бы я ходил бы на охоту с ним, ой, какой бы он был помощник. О, молодец, Семка. Ну вот, друзья, на этом буду заканчивать свое видео. Походил, вам немножко показал. Ну, сейчас такая пора, вы знаете, что... Ну, все, уже холодно. Все, никаких цветов уже. Только подсаживаем. Вот надо в эти выходные тоже поедем. Надо будет еще осенних цветов выбирать, поискать каких-то осенних цветов на Альпийскую горку, друзья. Вот на Альпийскую горку, да. Ой, забыл сказать, что я вчера закончил вот обкладывать вот эту клумбу, так называемую, гортензии, вот этот ряд. Нам еще вот эти цветы надо выкапывать. Да, вот и сюда гортензию посадим. Вот она пока будет молоденькая, ничего. Если что, чтобы не глушило, мы вот эти будем обрезать, потому что эти будут еще больше, гортензии еще выше, и еще больше цветов будет. Ну, как всегда, хвойный опад у нас это на первом месте. Вот хвойный опадик. Вот мы даже эти палочки не убираем, пускай. Меньше, почти, можно сказать, что не растет трава. Не растет. Но, конечно, не вечно это все. Все равно она начинает превращаться в перегной с годами. И обновлять приходится. Начинаем тут равнять все. И новый хвойный опад. А больше чем накрывать? Покупать что-то? Покупать типа щепу? Ну, щепа это, она накроет, и ей будет очень, как говорится... Доступа воздуха к корням будет совсем мало. И она будет по-другому гортензия себя чувствовать. Неизвестно, как она еще будет цвести под этой щепой. Щепой накрывать это как эти туи, вот эти вот большие, которые деревья. Да, я не спорю. Или где-то какие-то газоны. Но щепу нет. Ни сюда, нет. Ну там кора и так далее, и тому подобное. Вот самое то хвойнопад. И во многих местах мы кидаем вот скошенную траву, эту так называемую мульчу. Вот эта кучка так и ждет своего времени, когда мы начнем заниматься Альпийской горкой. Альпийская горка у нас будет весной и летом в следующем году будет еще краше. Вот посмотрите, здесь добавятся и камни, добавятся здесь и композиции другие, и цветы добавятся. И здесь будет шикарно стоять. Сюрприз такой вот увидите. Очень красивый сюрприз. Я даже хочу, не знаю, в этом месте поставить. Опять прилетели. Опять. Сёма, вон они. Смотри, гоняй, ёхайды. Гоняй, смотри. Смотри. Вон их тучи. О, палки испугались. Ой, жулики. И комары вьются тут, посмотрите. Так что еще пока морозов не будет, друзья. Так что не беспокойтесь. Пару недель еще спокойно. Спокойно будет нормально. Я имею в виду температура воздуха. Ой. Вот так вот мы с Семкой проводим время. Сделал. Вот, пожалуйста, я обложил вот этими камнями. Все теперь по кругу. Пускай это будет. Понимаете, когда мы будем сыпать туда хвойнопад, уже не будут так они падать. Эти камни будут, во-первых, как преграда хвойному опаду, чтобы он не разлетался по территории. Ну и вообще красиво. Не знаю, как вам. Пишите комментарии. Будет все у нас хорошо. Дай Бог всем здоровья желаем.
счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Всего вам доброго. До следующих видео.